Представить себе Новый год без бенгальских огней, хлопушек и салютов просто невозможно. В преддверии праздников прилавки магазинов забиты различной пиротехникой. Как утверждают сами торговцы, пик продаж еще не наступил. Он начнется после 20 декабря. Но сотрудники МЧС уже начали интенсивные проверки магазинов, торгующих взрывоопасной продукцией. Должен быть обязательно обеспечено отсутствие доступа прямого посетителей к пиротехническим изделиям. То есть вот как у вас на прилавке, соответственно, посетители не могут непосредственно подойти. Всего в регионе зарегистрировано 21 точка массовой продажи пиротехнических изделий. Купить пиротехнику в любом киоске, как раньше, уже не получится. Продажей подобного товара теперь занимаются исключительно специализированные магазины и отделы в крупных торговых сетях. При покупке изделий важно обратить внимание на срок годности, торговую марку и наименование. Должна быть обязательно целостность упаковки обеспечена. Обязательно должна быть инструкция по применению на русском языке и маркировка таможенного союза ЕАЦ. Если нет информации на русском языке, значит изделие не сертифицировано и пользоваться им очень опасно. Обратите внимание на герметичность упаковки и наличие предупредительных надписей. Если соблюдать все меры предосторожности, то праздник точно получится. Дарья Сударева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.